иду дальше в лес, только в другую сторону. Но опять начинается дождь. Вымокнуть, конечно, не хочется, но интерес превосходит мои опасения намокнуть. Тучи белые, серые. Говорят, что это такая погода в Польше, только недалеко от моря такая. А в самой Польше совсем по-другому. Я с людьми разговаривала. Здесь вот все время день пройдет и дождь. А в этот раз уже несколько дней подряд. Температура от 15 до 20 градусов. Была как-то вперед 30 градусов. Мы даже купались. Было жарко несколько дней. Ну, наверное, дней 5. Вот одуванчики. Ну, что это? Щавель, что ли? Не знаю я даже. Сейчас покажу. Похож на щавель. Ну, боюсь даже и пробовать. Как вы думаете, что это такое?